Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас на улице 8 марта, 2019 год. На улице плюс 15. Вчера было плюс 8, ветрено и пасмурно. Пчелки сидели в ульях, а сегодня у нас плюс 15 и солнечно. Ну, ветра более-менее такого нету, чтоб. И вот, благодаря теплу, пчелы пошли на облет, все насильные. Облетелись уже сегодня бакфасты. Эти вот дикие, местные наши. Потом вот бакфаст облетелся. И продолжается облет. Так как у меня стоят на север летали, вот облет. После обеда начался. Сейчас у нас уже час. Ну, бакфасты в 11, те, что на солнце пооблетывались. Эти уже облетелись, бакфаст, семейка. И вот эти облетелись, видел. А, это не бакфаст, это наши местные. То они еще не облетывались. А вот эти вот бакфаст облетелись, и вот это бакфаст облетелись. А вчера я смотрел семью, она с весны была подозрительно хорошая, почти пропала. Дело в том, что переутеплил я, да расплод растили, то не пошли даже в сторонку за медом, хотя в стороне меда море было. Тут осталось пчел пятачок между двух рамок, наверное, если будет 15 на 15 сантиметров, то и добрые. Так что можно сказать, семья почти пропала. Может, еще и дотянет до тепла. Стабильно. Вот это у нас бакфаст, семейка. Видно, чистили сегодня, облетывались. Пошли уже и местные наши на облет пчелы. Это вот бакфасты уже полчаса, даже больше облетывается. А наши местные недавно начали только. Ой, топтаться, наверное, тут не надо особо по траве, потому что пчелки сидят кругом. Это вот наша местная пчела. Это уже стабильно. Тепло пригрело, так вылезло на облет. И еще дополню, я вчера из-за того, что в этом желтом пчелы из-за корма большинство пропало, то решил вчера подкормить, так как тепло у нас нестабильное. Может, сегодня плюс 15, вот в тени плюс 15, а завтра может быть и минус днем. То, что передают туда-сюда, погода колеблется. Плюс к минусу, минус к плюсу. И что, решил я ролик сегодня снять, вот про пчел еще. Там-то облеты были такие, средние, туда-сюда. А вот наша местная пчела вышла сразу, и сразу вся на облет. Не так, что постепенно, по чуть-чуть, а сразу весь улей, можно сказать. Вот. Сильнейший облет у пчелок. Также у нас уже лещина. Думаю, если будет тепло пару дней, так хотя плюс 10, стабильно, нормально, то лещина пойдет пыльцу давать, того, что уже сережки распустились, но еще пыльца не начала выделяться. Но я думаю, уже пойдет скоро.
Thank you.
Вот. Немного отлучился, поставил фотоаппарат, чтобы заснять гул пчел. Звук, если слышен будет на видео. Весенний. Пчелки работают уже. Вон выкинули усеня какого-то, наверное, с восковой моли. Не буду над ними стоять, того что дигня за нос. Коротковременно, не любят так возле их постоять. Не трогают людей, а больше стоишь, так пытаются уже тогда кусаться. Вон пчелы шестятюлей. Лазить кем не буду, нарушать климат гнезда. Можно сказать, мы его вычистили уже сами. Надо ульи понакрывать, поприкручивать такой штукой вот, пластиково толстая. Тут у нас еще не видно, что вылезли. Ну, по чуть-чуть вылазят, еще не облетывались. Столик уже разломался, когда мед забираю, так надставки ставлю на его. Сюда краешек упирается с надставки, и сюда пространство под рамками остается. Короче, это пчелки плодовитые, крупные. Наша местная порода. И пороиться любят, ну, такие работящие. Бакфаст работает, облетели, слетают, такие рыженькие. Томатка с местным трутнем. О, обножку уже понесли. Уже обножка идет, сейчас я сниму. Словить пчелу то не смогу руками. Она быстро в леток запрыгает. Ну, обножку уже бачу, две обножки зашли. О! Короче, это видел, что лещина уже распустились все рожки. Дня 4-5 назад еще мороза были. Они уже распустились. Видно, уже и пыльники распустились, раз пыльцу начали нести. И одно, что я в лесу был, в лесу там позже распускается, то, что снег еще лежит, когда уже на полях сходит. А возле реки по кустах, то уже, наверное, пыльцу начала выделять лещина. Также, может, и ольха уже. Ну, кажется, с лещины такие желтые, с ольхи больше белые. Ну вот три пчелы уже с обножкой были. Эта семья облетелась у меня позже. Там бакфаст попереду облетелся на часа два, где-то полтора. А это уже после. И то уже пыльцу начали нести. Так что все уже, думаю, раньше облетелись, раньше работать начали. Сейчас этих побачим. Это тоже бакфаст у нас. Вчера им всем поставил сиропа. Кому по 700 миллилитров, кому поменьше, кому побольше. Из-за того поставлю, что в этом вот желтом уле из-за корма нехватки пропали. Можно сказать, пропали, там все сидят, и матка будет где-то. Я это не шукал, потому что холодно было, но матка там будет. Если, конечно, я вчера их там перетрушивал, загонял всех укушу, то может где и матку придавить мог. Чистят улей он, чистят все. Вытаскивает мертвых пчел. Ладно. Пчелы работают, он с обножкой опять пошла, то в бахваста это. Как-то засниму с обножкой, попробую пчелу хоть одну.
Вот хочу специально снять обножку. Так не получается, не приносит. Отошел, так видно, желтая летит сюда. Сразу. Он с обножкой пошла. Ну, с маленькой. Еще не крупная. Только-только начали собирать что-то. Вот сидит на лапках, напыление небольшое. Резкость нема. Котик не наводится сам. Ну, видно на лапках вот этой пчели. Пыльца уже немного есть. Чуть-чуть-чуть только. А улей заходит, так более-менее такая уже нормальная. Это матка Бакфаст неплодную я брал, облетела с нашим трутнем местным, но такие пчелы вышли, он с обножкой пошла. Была в центре кадра. Но пчелы такие вышли хорошие, хоть и с местными облетели, с трутнями нашими. Они спокойнее, я гляжу. Такие не злые, чтоб. И работяшься, вот пчелка с обножкой. О. Напомню, это у нас юг Беларуси, Гомельская область на границе с Брестской и к Украине самой. Я нахожусь. И у нас тут уже пошла пыльца первая. Национальный парк Припятский. Вот все пчелы уже начали работать с полным ходом. Хотя они уже с месяц работают, вот пчела, кажется, с обножкой кружится. О. Ай, не успел, зашла быстро сильно. О, еще одна. Еще одна пошла. Ну, думаю, вы успели увидеть на кадре, что пчелы с обножками. Юг Беларуси, пчелы уже понесли обножку, короче, сезон полностью начался. Это вот Бакфаст облетел еще раньше тех, здесь матка, уже 4 года ей, и вчера поставил им сиропа тоже. До этого оставив сироп в эту семью сильную, что раньше работать начала, и там фиолетовый улей крайний, то есть злую, что злые пчелы сильно. И поставил сиропа я дня 3 назад, 4 где-то. А этим вчера, когда начал смотреть желтую, что там корма было и много, но не пошли они на его из-за расплода, решил всем поставить. Кому 1,5 литра, кому литр, кому меньше. Но поставил всем-всем пчелам сиропа я один к одному. Получается, что можно уже недельку не беспокоиться, что они пропадут там, например, от голода. Что-то на верхний литок прикрыли, насели. Ну, этот сезон не очень таки, чтоб гляжу много понапачкали и на рамках даже улья, то что до самого снега у нас